Так, расскажи, где мы. Всем привет. Мы в Фос-ду-Игуасу. Аэропорт без людей почти. Сейчас у нас утро. Мама, поздоровайся. Довольная. Едет в Россию. Значит, из аргентинского, кому может быть интересно, из аргентинского порта Игуасу мы взяли такси, обошлось 500 песо, ну, поторговались, так, там написано 800, за 500 нас отвезли. Таможню прошел, а сама ты вышла, прошла таможню с паспортом. И если бы не нужно было лететь за пределы Бразилии и дальше в Европу, то обошлась бы пластиковой карточкой ДНИ. А так нужно показывать паспорт. Ну что, пошли наверх. Значит, проблемы были с билетом. По интернету мы не смогли. Расскажи, как это, мам? По интернету, если заказываете международные перелеты, значит, чекин делается прямо на месте. То есть система не дает тебе разрешения делать чекин, только вот если ближайшие рейсы, да, а международный, как мне объяснили, делается на месте. Так что можно не нервничать и приезжать. А мы переживали. Прямо на месте, да. Я нервничала, потому что не могла онлайн сделать чекин. Переключаемся на Портуньоль. Правда, здесь те, кто нужно, разговаривают прекрасно по-испански. И по-английски, кому... Нас не интересует английский. Ну что, пойдем наверх. Значит, буду снимать, как все, вплоть до самолета. А потом назад, может быть, получится наши дороги снять красивые очень по провинции. Возьму себе места возле окошка впереди и буду снимать. Ну ладно, пока выключаюсь. Короче, трындец. Аэропорт испортили. Испортили аэропорт. Все окна закрыты. За самолетами следить нельзя. И работники тоже говорят. Сделали тюрьму. Раньше было весело. Вот там были окна. Вот здесь этой стены не было. Можно было вдоль окон ходить и смотреть, как взлетают, садятся самолеты. Ну, это просто трындец какой-то. Что это за аэропорт, что... что нету самолета. Не видно. Будем жрать. Реалий не хватило. Хватило. Хватило, да? Но если бы не хватило, доллары здесь принимают по очень, очень невыгодному курсу. Ну, ничего страшного. Мелких у нас много долларов. Я тебя в очках заснял. Деловая такая женщина. Веселенькая, скоро поедет в Россию, будет топтать черную землю. Матерну. Ну давай, давай, кофе пить. Там мы это, камеру. Ну ладно, все, в общем, я пожаловался, что ни хрена, будем сидеть здесь полдня, а самолеты не будем видеть. Ну, это жестокое разочарование. Нижняя часть аэропорта получше. Тут красиво, но все равно окошек нету. Самолеты не видно. Сейчас выйду, посмотрю с улицы, может быть. Где-то там, если обойти. А сейчас обойду. О! Здесь смотрю. Лопача зацвели раньше, чем у нас. 350 километров расстояние. Но здесь всегда теплее.
обратно поеду, наверное, на автобусе. Можно не тратиться на такси. В аэропорту интернет есть, но какой-то он такой хитрый. Дает интернет, потом отключается и говорит: заплати за месяц, и будет у тебя счастье. Опять выключаешь, включаешь, опять есть нормально. Скорость приличная, насколько я могу судить. Так, где же самолет? Где же самолет? Забор везде, ни хрена не видно. Так, в общем, лезть не буду, то еще прицепятся. В прошлый раз, когда провожал жену, смог ее в окошко снимать. Она рукой помахала, как садилась в самолет. А в этот раз нас разлучат, и все, и не увижу, что и как. Ну вот, доехал от аэропорта до терминала, в центр Фос до Игуасу. Может быть, это немного криво и дальше, но так мне посоветовали. Вот, и здесь остановка уже до Аргентины, непосредственно до города Пуэрто-Игуасу, брат этого Фос-до-Игуасу. Фос-до-Игуасу бразильский, немножко поцивильнее. Он побольше, больше зданий крупных, такой побогаче город. Проблем с языком тут нету, потому что все понимают, даже если чисто по-португальски говорят. Ну вот сейчас даже можно попробовать продемонстрировать. Señor, disculpe, una pregunta. Acá es parada para Puerto Iguazú, Argentina. Sí, sí. Este. Sí. Gracias. Ahora poco salió. ¿Ah? Ahora poco salió. El autobús. Recién salió. Sí, sí. Bueno, gracias. Nada. Muito obrigado. Exacto, ¿no? Sí. Casi. No hay problema. ¿Qué parte? No. Argentina. Mi pronuncia. No, inglés. Ruso. Idioma materno ruso. Te mando a vos para Rusia. Привет. ¿Sabe? Sí. Como dicen argentinos, el mundo es un pañuelo. Entonces, hola. Hola, привет. Hola. Привет. Hola. Y más complicado para argentinos, здравствуйте. Por sonidos. Здравствуйте. З. Здравствуйте. Бразильеров se pueden pronunciar З. Аргентинос, но? No. Bueno. Пару видео. Ну вот сейчас могу немного показать город. Зацепились с языками, с этим мужиком. Ой, как долго по поводу языков беседовали. Какая разница между испанским и португальским. В общем, я хотел показать то, что мы друг друга можем понимать, особенно здесь, в этих южных провинциях, вот Санта-Катарина, Рио-Гранду-де-Суль и Парана, может быть, здесь проблем нету в понимании. Немножко покажу. Сам город – это центр. Долго не буду, чтобы поберечь батарейку, потому что еще хочу снять джунгли. О, свет горит. Надо было вспышку выключить. Ну, в общем, я не знаю, насколько это интересно. Все везде похоже. Ладно, в общем, пока выключаюсь. Потом уже в Аргентине, наверное, включусь. Может быть, границу покажу по речке
Игуасу. Это будет скоро. Автобусы хорошие, лучше, чем в Парагвае, однозначно. Коллегия Бартоломей Митри. Интересно. Это вообще-то первый президент Аргентины. А куда ж без этой гадости? Население значительно меньше, чем в Посадосе, но такое ощущение, что ну, город солидней, что ли. Много высоких зданий. Есть, конечно, убожеские, как это. Одно вообще было покрашено, не знаю, сейчас оно где-то здесь было. Черным и красным цветом ужасно выглядит. Сейчас будет бразильская таможня, но их вообще не интересуют документы. Я как заехал, не показывал ничего, так же и выезжаю. Во всяком случае, так было на такси. Может быть, заглянут, посмотрят, сколько наркотиков везут. Ну, сомневаюсь. Остановился только, чтобы пассажиров взять. И все. В общем, правильно бразильцы делают. Они знают, что аргентинцы все равно проверяют въезд и выезд. Зачем лишняя работа? Молодцы. Все, проехали. А что хотел сказать? Вот вся моя поездка в ФОС была, в общем-то, лишней. Там есть развилка, круг между... В одну сторону идет аэропорт, в другую город Фос-ду-Игуасу.
И вот третья сторона – это граница. И мне из аэропорта достаточно было выйти на этом кругу и сесть на этот автобус. Но я был не против как бы поснимать немножко город. Ну, поэтому сделал крюк. Сейчас будет река. Бразилию и Аргентину в этом месте разделяет река Игуасу. Вот в ту сторону, куда я сейчас снимаю, там километров где-то через 15 отсюда, там будут водопады, знаменитые водопады Игуасу. Вон он уже мост, я вижу. Сейчас тут очень красивая река, высота такая. Вот с другой стороны эта река впадает в Парану. И вот в этом месте соединяются три страны. Парагвай, Бразилия и Аргентина. Знаменитое место, три фронтеры. Сейчас будет речка Игуасу. Вот она, красота. Вот там водопады. Водопады вверх по течению. А сюда три фронтера. Парагвай с той стороны. Вот сейчас мы проезжаем Бразилию. Посередине моста. Посередине моста начинается Аргентина. Вот она уже пошла, голубенький. Раскраска, это Аргентина. Вот и все пересечение. Но таможня Аргентины будет проверять документы. Все. Мы дома. Проверили документы. Сумки прозванивают, как в аэропорту. Ну, сразу чувствуется, что приехали домой. Женщине прицепилось, что сколько туфель купила. Там одну пару на голову. Потом там телефон увидела. Спрашивает, сколько ты заплатила за телефон. Сейчас там разбираются, чтобы налоги заплатила. Говорит, из Кордобы я. Ну, черти где, отсюда нет вот это, таким мелочам. Ну что, значит, мы дома. Вот такие проблемы только в Аргентине. Ну что делать? А на мой рюкзак даже и не глянула, даже в телевизор не смотрела. Наверное, я не внушаю подозрений. Рожи не вышло. Но все следующее включение будет уже из джунглей. Жду мой автобус на Пасадос. Сейчас нахожусь в нашем Пуэрто де Игуасу. Интересно получилось. Парочка сидит впереди меня. Сейчас я незаметно ее покажу. Вот они здесь. Короче, думаю, смотрят на меня, уставились. Прям уставились. Что за хрень, думаю? Или они меня знают, или чего, ну, не настолько же я красивый, чтобы на меня так смотреть. Сейчас покажу, почему. Сейчас покажу. Оказывается, сзади меня была вот эта карта. Вот. Они... Моя морда им мешала увидеть какой-то район города. А они, ну, как обычно, аргентинцы стеснялись спросить, попросить, чтобы я убрался. Вот так вот.